Вот куда мы сегодня забрались. Я не засек километраж. Вот она, наша машина боевая. Стоим на железнодорожном мосту через речку Кица или Куна, как правильно? Куна. Старая железная дорога в сторону Ревды. Ну, сейчас поедем дальше. Ну, решили мы здесь устроить небольшой привальчик. Маруся пошла набирать воду. Куда-то пропала. Вон она. Маруся, как дела? Нормально. Вода вкусная? Тут у нас мостик, комаров сдувает. Взяли вот такую штуку. Армия России. Сейчас посмотрим, чем ты нас накормишь, армия России. А ты что хотела? Что мы тут имеем? Что имеем? Паштет нежный. Ложки, галеты. Это разводить напиток. Что ты будешь? Шпик соленый консервированный. Икра из овощей будешь? А паштет можно? Это что у нас? Салфетки руки вытирать в печке. Рис с курицей и овощами. Во, вот это я буду. Ну давай сейчас рис подогреем. И паштет. Пюре из яблок. Так, паштет. Где твой паштет любимый? Вон он стоит. Фарш колбасный, любительский. Вот это паштет. Да. Ну, опс. Что у нас тут еще-то есть? У нас сегодня что? Ресторан? Гуляш с картофелем. Говядина тушеная, консервы мясные, мясо тушеное. Вот я, наверное, говядину тушеную. Или гуляш с картофелем. Не, давай я гуляш с картофелем. Фарш я тебе дал? Рис, курица, я взяла. Икра из овощей не будешь и шпик соленый? Шпик соленый не буду, а вот потому что он соленый. Что такое? А, повидло. А это напиток, а вот это повидло. Да. Так, ну что, ладно, будем разогревать. Чай кипятить. Крышками закрывай. Чтобы все это дело быстрее у нас согрелось. А что у тебя ничего не видно-то? А сам снимает? Да. О, у меня же тут фирмовые эти. Следопыт. Ножик-то мы уже попробовали дома, ножик режет классно. Вилка вот такая. Хопа. Но они этой, мне кажется, еще так к домашней четвертой не хватает. Угу. Для Гигулина и ложка. Кому вилку, кому ложку? Ну, кому-то вилку, кому-то ложку. Муж повел меня в ресторан сегодня. Ресторан какой у нас? Это у меня гуляш с картофелем. Ну иди загляни, гуляш с картофелем.
так вам очень даже ничего. Да? Ну да, похоже на гуляш. Сейчас туда еще мясцо присядет. Мясцо присядет? Где мясцо? Ну вон летает вокруг. Вот так происходит подогрев. Ну, такие круги маленькие, да? Вот и солнце. Ты что ли погас? Какой медведь? Где медведь? Ты потрогай, теплое, нет? Парта не идет? Может, это конь? А где вот это кто ходил? Медведь. Как будто даже и не свежие. Да, какой-то. Ну вот, для охотников. Опа. Как эхи. Ну, что вы думаете по этому поводу? Эх, я обратно? Штаны-то полные. Ну, не столько пока. Столько вы не сможете сделать? Могу, если только я увижу. Вблизи. Ну, вот, доехали до какой-то лужи. Она непонятного такого цвета. Какого она цвета, Маруся? Грязного. Грязного цвета, мутного. Угу. Непонятно, почему так. Я несколько лет назад тут ездил, и она была точно такая же, я фотографировал. Кинул камень, походу там глубоко в этой. Не походу, а вот видно, что прям туда берег обрывается и концами. Не знаю, что такая за болотина или родник какой-то непонятный. Ну, в общем-то, вот как-то так. В эту палку попробуем кинуть.
Ну-ка, на-ка, посними. Ничего себе палка. Побольше-то палку не мог выкинуть. Ну это здесь, а может быть там глубже. Я просто думал, тут вообще это. Да, нет, нет. Даже, да? Тут, наверное, глина просто. Вот смотри, какая муж пошла одна. Ну, доехали мы до поселка Пунча. Да. Рысенька. Вот здесь железка должна была, не знаю что. Как стрелка. Вот, переехали мы речку. Не знаю, как называется по мосту. Вот левая ветка на Ревду. Вот и дорога внизу там идет. Автомобильная рядом. А правая я не знаю куда. Горы впереди, это уже Лавозерские тундры. Сейчас мы тут немножко направо, наверное, прокатимся. Марыся поснимает. Метров 100-200-300 прокатимся туда, посмотрим. Да? Thank you.
какая-то. Едем к горам и попробуем в горы подняться. Там развилка должна быть. Ну вот, выехали на какой-то очередной исторический объект. Насколько я понимаю, это была пилорама когда-то здесь. Или нечто похожее. Вот тут идет путь один тупиковый. Вот он, зарос уже весь железной дороги. А за ней основная вот ветка вот там идет. Чего я взял, что это пилорама? С того, что тут вот сейчас все подзаросло, но раньше, видать, это была большая-большая такая площадка, на которой складировали лес. Потому что везде лежат бревна. Остатки всяко разные догнивают. Вот, видно, что территория здесь была довольно-таки большая. Площадка вся разравнена. То есть я думаю, что именно здесь заготавливали лес для всех этих лежневок. Палы, возможно, здесь тоже пилили. Вот тут такие прям завалы. Ну, по ним видно, что тут одни, в общем-то, коротыши какие-то. Коротыши вот. Непригодные там вершины всякие для строительства, для шпал. Поэтому их тут, наверное, как бы и складировали. Ну, площадка. Вот они. Горы, Лавозерские тундры. Не знаю, как будет видно на камеру. Вот они, Лавозерские тундры. Вот туда идет железная дорога. Там горы Хибины. Ну, сейчас мы как бы в низине. Особо ничего не видно. И вот железная дорога так туда вот прямо и вдоль гор слева будет Умбозеро. Справа горы Хибины. Но мы туда далеко не поедем. Сейчас где-то здесь должна быть развилка. Попробуем ее найти. Одна дорога должна уйти на Ревду, вот так вдоль гор туда. А вторая дорога должна пойти вот туда, в другую сторону. Вот, мы тут попробуем покататься, посмотреть, что тут еще есть в округе интересного. И, как я посмотрел по карте, где-то вот здесь вдоль речки должна на подъем дорога идти. Лавозерские тундры. Ну, может быть, попробуем туда заехать. Найду, не найду. Ну, как-то так. Ну, вот тут, наверное, уже есть развилка. Сейчас. Вот какая-то землянка. Непонятная. Крыша провалилась. Заглуши, а, Марусенька. Я наверх залезу, посмотрю, что там. Прям вот как и говорил, что это. Тут места такие песчаные, дорога класс. Парили, мимо проскочили. Ну да, может быть, какие-то склады были или что тут было. Что-то понакопано.
Непонятно. Попробую туда заглянуть. Может быть, туда, куда дальше идет. Как бы мне тут приземлиться-то? Да нет, наверное, там стенка. Но вряд ли там дальше что есть. Вот это. Хотя, может быть, низу-то бревень не видать. Может быть, и дальше куда-то проход есть. Но не факт. Как-то так это все выглядит. А, Мурочка, интересно тебе? Или не очень? Нет. Ну, давай немножко позаснимешь, вот такая дорога улет. Как мы это чуть-чуть проедем. Интересно, далеко она такая или нет? Я забыл, как называется речка, но вдоль этой речки дорога наверх туда и идет. Течет горло в озерце Сумер. Попробуем сейчас вверх подняться. Наверняка здесь есть форель. Места просто дичайшие. Вот туда вниз идет. В озеро Умбу впадает. Когда дойду, сниму какахи. Мишки ходят. Свежак. Ну, попробуем сейчас. Вот тут такая дорога уже подзаросшая. Эти пороги, там вообще классно, блин, шумит так все. Глубокого достаточно. Наверняка тут форель есть.
доехали мы до такого места. Довольно-таки глубоко, течение сильное. У Маруси полные штаны. Надо чем-то глубину померить. Вода прозрачная, кажется, что мелкая, на самом деле вон тут такие глубины за камнями. Эх, не ломается. Блять, глубоко. Течение сильное. Дождь шел, снег еще не весь растаял. Ну что? Не знаю. Ты, видать, снег не весь в горах растаял. И дождь, наверное, шел, поэтому воды много. Одному стрёмно, а так на двух, если были бы, на трех. Я бы вжахнул. Ладно, поворачиваем тогда обратно. Да все так же. Встретили такую интересную штуку. Непонятно, что это. Вот такая штукензия. Ну, вот тут какие-то засечки, то есть, возможно, еще бревно какое-то было. Что это такое? Непонятно. Вот еще штыри. Может быть, это что-то упало? Ну-ка, пойду-ка я туда посмотрю, тут еще стволы. Точно, наверное, это была вышка, а как она такая? Вот вершина, непонятно. Длинное дерево лежит. Возможно, да. Невозможно, а скорее всего, да. Эта хренотень стояла. Просто она упала. Была на двух стволов, и вот тот, наверное, прикручивался сюда. Потому что штыри только остались. И зачем оно такое? Ну, тут так не очень похоже, что она кверх ногами была. В общем, не знаю, кто знает, подсказывайте. Ну, еще одно строение такого же типа, только более сохранившееся, наверное. Скобы-то такие мощавые, прям крутые, серьезные. Ничего не затесывалось, строилось по-быстрому. Просто стволы и все, и насквозь штырями прибивалось. Внизу проволока, чтобы никуда не отходило, к пням подвязывали. И сверху засыпали, не знаю, чем, ручником, трактором. Мустролёжки какие-то были у них, раз лес таскали. Так. Да? Тут костер жёг. Может, кто и ночевал. Вверх тоже бревна все куда-то, не знаю, куда попроводились. Одни штыри остались. Даже не гвозди, а просто какая-то арматура такая с загнутыми краями. Ну да, вот тут тоже есть такие прям серьезные
Может, какие-нибудь затески есть интересные. Если тут жили, там что-нибудь. Типа как сейчас пишут, ДМБ чего-нибудь. Ну, типа да. Ну, что-то я тут ничего не вижу. Ну да, затесок не видать никаких. Интересные затески есть, но... Ну что, поедем дальше, может еще там что интересного? Дорога уходит куда-то вниз. Смотрисенька рулит. Озеро. Дорога улет, Марыся рулит. Вот поднялись на холмик. Там впереди у нас Лавозерские тундры, горы. Вот там хибины. Видно отвалы. Не знаю, это Кашва, наверное. Туда наверх дорога идет. Видно СЗФК фабрику. Слева-то смотри фабрику от серого большой, это отвалы. Вот озеро Умбозеро перед всем этим делом. Вот мы тут на такой вершинке как бы. Вот тут озера, озера, озера все. Ну как тебе рулить, Марысенька? Пальцы. Как так-то? Ну я же не отжимаю в сторону. Ну, попрем дальше. Снег на горах. Марусенька меня привезла к очередному интересному месту. Погнали. Что, пальцы отваливаются? Рулевой что-то дохлый, 3 километра проехал и руки отваливаются. А тут вот так идет дорога. Блин, справа как бы каньоны такие. Глубокие довольно-таки. Не знаю, отсыпали ее так в свои времена. Либо она природная такая. Ну, короче, вот с левой стороны в низине озеро такое. Не знаю, что там водится, не водится, глубина там какая. Ну, выглядит офигенно, такая подкова. Как будто ядерная бомба тут взорвалась. Внизу вода озера. Там даже может быть какой-нибудь ручей есть. Наверное, вот туда. А может и нету. Да нет, она не особо глубокая. Вода прозрачная. Кто это наделал тут у нас? Большую кофе. Миша или не Миша? Да хрен поймешь, кто это наделал. Тут ничего, главное, ровное. Эти кукурузные. Куропатка только большая. А где еще, ты говоришь? А что тут лазила? А я теперь не говорю, что это землянка или что? Где? Ага. Миша тут начал, там продолжил, наверное. Или это не Миша? Только это, я думала, здесь у него берлога. Ну, где-то вот в этих ущельях они на зиму-то спать и ложатся. Ну, не вот конкретно здесь, а вот там. Короче, там доехали, пытались до Пунчи, до поселка, да, Марысенька? Тут памятник и фиг знает. Голову ломаем. Может, они в этом лесу?
надпись: отсюда ушли и не вернулись 18.09.2002. Ромашкин Александр Сергеевич, 1964, и Курочкин Константин Олегович, 63. Куда и ушли, куда не вернулись, непонятно. Вот. Здесь, в общем-то, пристань такая, какая-то сделана. Ветерок хорошо, комаров сдувает. Горы Хибины, Губа, острова. Видимо, лодки, я не знаю, были или сейчас есть. Ну, это кто-то недавно делал. Вот у кого чум, наверное, у того и пристань это. А это вот так вот. Вот эту речушку мы переезжали. Едем оттуда со стороны гор. Водичка плескается. Эх, ляпота. Ладно, ну, Марусенька, прокомментируй. Прокомментируй, обманули меня наглым образом. Как? Лежит говно везде, но мне сказали, что это лодки. Ну, говно вон лежит. А следы вот. Ну, не сказать, что они большие. Но они к тому же старые уже. Ну, по сравнению с моим бацефалом, небольшие. А вот тут большой. Где? Ну, какой же он большой? Такой. Ну, меньше моего бацефала. Ну. Да, вот он. Тёпал. Тут еще может есть посвежее. Но это давно он ходил. Нет, тут не видать. Даже не пойму, как он шел-то. А, вот. Да. Вот. 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 А может, их даже два было? Тут левее не видно уже. Ну, короче, мы нашли йети. Ты их прикручивал на саморезы? Саморезами нахрен. Хорошо, хоть не проткнул. Ну, пока саморезы не торчит. Все, кончились. У ступорки. Надо что-то другое? Наверное, просто прикручивать по-хорошему. Ну, скажи что-нибудь, решающее слово. Ну что за некультурщина?